Госдума приняла очередной закон, значит, который за хищение бюджетных средств наказание делает более строгим. Вот. Ну, я действительно небольшой специалист в борьбе с коррупцией, но вот мне кажется, что проблема в России не в законах, а в судах. Пока система судов не реформирована, пока она полностью коррумпирована, пока она судьи зависят от власти и действуют по указке власти, ты можешь принимать любые законы, они просто не будут исполняться или будут исполняться иногда ровно наоборот. В некоторых случаях исполняться, в некоторых случаях не исполняться по воле начальства. Поэтому, так же, как и во многих других сферах, я считаю, что корень проблем вообще в России — это несостоявшаяся реформа судебной власти, несостоявшаяся реформа полиции, то есть, ну, состоявшаяся на бумаге реформа полиции, будем так говорить. Вот. Поэтому я считаю, что можно относиться к любым законам, которые они сегодня принимают, ну, так, достаточно пренебрежительно.